Посол США в Германии пытался запугать местные компании, чтобы они прекратили участие в проекте строительства российского газопровода «Северный поток-2». Такой вывод можно сделать на основе статьи, опубликованной сегодня газетой «Бильд». Издание выяснило, что дипломат от своего имени рассылал письма руководителям корпораций, в которых предупреждал их о возможных санкциях. В немецком министерстве иностранных дел рассылку посланий подвергли критике, отметив, что подобные действия противоречат дипломатическим нормам.